Очень интересная информация. Плющенко Евгений оказывается сам в недоумении, что за его спиной творит Алена. Оказывается, Алена не сообщила Евгению, ни тренерскому коллективу, что вернулась к Этери. Алена просто самостоятельно принимает решение без тренерского штаба. Если Этери окончательно примет решение взять Алену Косторную в свой коллектив и все-таки, я склоняюсь, что Тутберидзе, скорее всего, возьмет, то возвращение в Хрустальный является самым счастливым исходом для Косторной Алены. Да, Алена талантливая, очень талантливая фигуристка, но еще нужно иметь понятие, что есть старшие ее люди, это тренеры, что Евгений Плющенко, что Тутберидзе, которые дали каждый, конечно, в меру своей возможности развитие для Косторной Алены. И поэтому немаловажно это уважение, которое должно присутствовать у Алены к тренерам. Вот и Татьяна Анатольевна Тарасова, которая в своей манере жестко и сухо прокомментировала происходящее событие. Цитата. «Тутберидзе – выдающийся тренер. Она сама решит, что ей делать. А желания Алены мы не учитываем. У нее сегодня одни, а завтра другие желания. Если это не фейк, конечно, но я могу так сказать. Вернется ли Косторная обратно, будет решать только Тутберидзе». Ну, а я выделю такие самые крылатые фразы, которые останутся у болельщиков на языке от Косторной Алены. Цитата. «После этого перехода я стала больше улыбаться», — говорит Алена. «Завтра уже не будет», — говорит Алена. Или в кике фраза очень тоже такая запоминающаяся. «Я не нужна никому».